В этот день можно бороться с крадниками удачи и благополучия, наговаривать себе финансовый прирост и бороться с теми, кто ворует, крадет эту удачу. И если вы имеете на сегодняшний день темную полосу в вашей жизни с финансовой стороны, либо с какой-то, вот, как говорится, полоса невезения, это тоже упрашивается, уговаривается наговорами на 12 церковных и на одну мою любимую зеленую, я давно с ней работаю, свечу. Когда идут финансы, свечи используются обязательно зеленого цвета. Сегодня наговариваю. Дом — полная чаша. Сохранение и приумножение, богатство, добра и прирост. Прирост. И для тех, кто вперед еще, скажем так, не имеет тех нужных доходов, это карьера, удача, бизнес, везение, бизнес-планы. Вот сегодня эти обереги подлежат наговору. Можно начинать работать. Да, кстати, забыла сказать. Колода Таро присутствует обязательно. И она закрывается правильно. Первая и последняя карты формируют программу. Пентатус — деньги. И звезда — удача. Сами понимаете. Фортуна, удача на деньги. Можно также ставить колесо фортуны, либо иногда использовать правильный выбор. Ну, на сегодня моя колода закрывается так. Итак, начинаю работать. А дальше сакральный.